Насчет адаптации, я говорю, проблем не было. Пацаны первые дни, ну, с первого дня хорошо приняли. И как у себя дома. И сопернику, и нам одинаково. Я думаю, не надо обращать и будет играть и выигрывать. Алания хорошая команда, и пообщался с людьми и сказали, что ну, здесь хорошо и решил ехать сюда. Ну, в городе особо вчера, позавчера приехали, и вчера чуть-чуть утром уехал, так особо не успел. Я надеюсь, успею.